Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня мы будем играть в легендарную игру. 20 сентября 2012 года, ровно 10 лет назад, была выпущена игра, которая в 2012-2013 году была у каждого второго на телефоне. Называется она Subway Surfers. И чтобы пройтись немного, так сказать, по истории, мы поиграем вначале не в ту версию, которая в данный момент, в самую новую версию. А давайте с вами сейчас посмотрим, как выглядела самая первая версия, когда она только вышла. Давайте ее запустим. Эта игра, она в вертикальном варианте, в таком. Только вертикально в нее можно играть. Короче, мы видим менюшку. Минимум настроек. Есть какие-то миссии. Мы слышим легендарную музыку. Видим магазинчик. В магазинчик можем покупать бонусы. Что у нас тут еще? Можно также менять персонажа, но их надо покупать за монетки, которые мы будем собирать. Такие вот дела. В будущих обновлениях персонажи добавлялись. Были помимо персонажей, были еще и варианты их скинов. Ну, в общем, чтобы начать играть, надо просто нажать на экран. Нас обучают в начале. Короче, суть игры такая. Наш пацан вот этот, за которого мы играем. Джейк, по-моему, зовут его. Он разукрашивал баллончиком поезд, и его застукал инспектор с собакой, от которого мы сейчас как раз таки и убегаем. Да, эта игра, кстати, до сих пор имеет популярность, но уже гораздо менее, чем это было в те годы, когда она вышла. Тогда она просто у каждого второго на телефоне была. Я помню школьные годы свои. Конечно же, как в любой игре, здесь обязаны быть бонусы и монетки. Монетки мы... Блин. Вот мы и проиграли. Количество очков. Нажимаем play. И мы начнем играть еще раз. Поехали. Собираем монетки. Инспектор с собакой гораздо медленнее, чем мы. Прыгаем. Стараясь ни во что не врезаться. Монетки, по-моему, позволят нам покупать в магазине что-то. Персонажи, к примеру. Вот это вот толчок туда, куда мы попасть не можем, приведет к тому, что нас он может догнать, инспектор этот. Игра. У игры все время выходили праздничные обновления под Хэллоуин, под Новый год. И не только. Менялся скин главного героя. Добавлялся скин главного. Новый скин главного героя, который можно будет купить потом в магазине. Менялся скин инспектора тоже. Так, вот бонус. Короче, эти ботинки позволяют нам высоко прыгать. Но тут, помимо этих... Вот шкала действия этого бонуса. Но помимо ботинков есть и такой бонус, как, например, магнит. Который притягивает монетки, которые нам попадаются на пути. Ой. Я играю на Нокси эмуляторе, если что. Если кто-то до сих пор не понял, конечно. Собственно говоря... Тут, как вы видите, не все поезда стоят, некоторые едут, и эти поезда довольно опасны для нас. Было очень много людей, и я один из таких тоже, которые пытались в этой игре найти конец. Но на самом деле
это мы будем бежать бесконечно. И никогда не закончится игра. Никогда. Цель этой игры просто какой-то рекорд набрать. Насколько далеко мы пробежим. О, ну вот и все. Очки набираются как километры, можно сказать. Можно по ним определять. Давайте еще раз побегаем. Можно там в Фейсбуке было, зарегаться. И профиль иметь. Блин. А, блин. Он нас поймал, в общем. Давайте покажу вам прикол в этой игре. Ну, кроме того, надо еще и бонусы все показать. Мы не все бонусы еще посмотрели. Звездочка с двоечкой. Это очки все будут умножаться на 2. При получении монеток и бега нашего. Так, снова магнит. Вот тут есть еще джетпак, который надо показать обязательно. Не знаю, куда только едут поезда, когда эти стоят. Вот этот поезд, куда вот, он поехал? Там же поезд стоит. А не него. А, блин, блин. Немного не туда нажал. Так, вот еще одна звездочка, которая умножает все очки на 2. Вот, у нас очки стали быстрее появляться. Но очки, впрочем-то, ни хрена не дают. Так, вот бонус, ботинки опять. О, мы перепрыгнули целый поезд, потрясающе. Повсюду будут, ой, блин, препятствия. Ой, ну все. Что-то не было анимации, как он нас там поймал. Инспектор этот. Ну а теперь пришло время. А это что? А что это? Наберите. Недоступны. Наверное, из-за того, что не работает платежная система Google Play в данный момент. Ну и как раз из-за того, что версия старая. Это вообще версия 1.0. Какие вот дела? Надо пока... Я вам хочу просто показать один прикол в этой игре. Забавный. Ну и джетпак надо бы показать тоже. Конечно же, саундтрек этот радует, уши. Конечно же. Монетки, монетки. Даже мы даже пока до этого дойдем. Так, уворачиваемся, однако. Так, есть еще ящики вот такие вот непонятные. Ой, блин! Во, вот этот прикол сработал. Короче, поезд их сбил всех. И собаку, и инспектора тоже этого. Ну, где же джетпак? Я хочу увидеть джетпак. Ну и кроме того, я бонусных букв пока не вижу. Возможно, их в первой версии не было. Ботинки опять. Ну, короче, там были буквы. Собираешь их, и получается слово. После того, как слово будет собрано, я не получилось взять ботинки, дадут какой-то бонус, там, загадочный ящик, к примеру. Загадочные ящики в первой версии точно есть, я там по меню видел. Значит, за что-то их дать все-таки могут. Да, как он не запыхался бежать еще до сих пор. Уж мы это с вами так точно не сможем.
Ой, что-то подлагало немного. О, так, еще один бонус. Но это не джетпак опять. А, блин, не получилось. Так, социал это у нас что? Или сошел, как там правильно он называется? Ага, вот. У нас сколько монет? Так. Ну давайте купим. А, у нас три уже штуки есть, что ли? А как активировать? Только я так и не понял пока. О, надо нажать несколько раз по экрану. Вот так. Короче, это... доска безопасности, можно сказать, такая вот. Если мы во что-то врежемся, доска пропадет, но мы при этом не сдохнем. Это в крайних случаях использовать следует. Ладно, давайте попробуем до джетпака добежать, а после этого перейдем в новую версию. Новую версию надо сравнить со старой обязательно. Где же джетпак? Я хочу увидеть джетпак. Ох, помню эти годы, когда я играл в это. О, а вот и джетпак, наконец-то. Короче, мы попадаем в небо, и там много монет. Уж инспектора на джетпаке... инспектора на джетпаке мы явно не увидим. Какой-то лес уже пошел. Помню годы, короче, ящики загадочных. Сколько я всего там видел. Еще были какие-то, не только монеты, еще были какие-то синие ключи. О, блин, нифига, как повезло сейчас. А, блин. Ладно, давайте закончим с этой версией. Давайте посмотрим, что тут. Монетки. Можно купить за реальные деньги. Но, конечно же... ну, короче, это не работает. Тут, блин, а тут такие... тут все персонажи такие дорогие, что ли? Короче, пока мы можем поиграть только за Джейка. Ну, ладно, давайте перейдем в новую версию. Посмотрим, как выглядит современная, новая версия этой игры. Поехали! Скачаем ее из Play Market. Более 1 миллиарда скачиваний. Потрясающий результат. И слава богу, что эта игра не попала под запрет в России. Но в основном под запрет попадают платные игры. Короче, судя по картинкам, мы на картинках видим то, чего мы в оригинале не видели. В предыдущей версии не видели. В той. Джетпак в первой версии, кстати, был синий, а тут он уже зеленый. Какие-то режимы другие непонятные. В общем, много всего нового добавляли. Присутствует куча ненужной всякой хуйни, каких-то тупых бонусов, миссий. В начале забега уж скучно играть, желание продолжить играть очень быстро пропадает. Сам геймплей до ужаса однообразный, его, судя по всему, пытались сделать интереснее с помощью кучи заданий, которые, не, ну, в общем, понятно. Постоянно, когда я решаю перепрыгнуть между поездами, движение право или влево, я врезаюсь в них, но при этом нахожусь выше. Это можно объяснить тем, что я не успеваю, и моделька персонажа чуть-чуть опускается. Но это происходит даже там, где все три линии поездов, там уже нельзя что-то там, в общем... отзыв на 3 звезды. Обожаю эту игру, очень расслабляет. Но в последнем мной появилась реклама про криптовалюту, после которой экран становится черным, и в эту игру невозможно вернуться, только если перезапустить. Отзывы эти недавние. 4,5 звезды. Давайте, мы, она установилась, и поскольку я увидел в отзыве, что тут есть реклама, давайте выключим интернет, чтобы она нас не доставал. Запускаем. Давайте проверим, как выглядит новая версия. Современная. Я забыл, правда, посмотреть, когда она вышла. Вот эта последняя версия. Но вышла полностью недавно.
Тут даже написано 10 лет. Вот эта вот картинка 10 лет, она несколько... Она раньше еще появилась. Так, теперь нас просят указать возраст. Мне 18. Хранение и обработка данных. Да-да-да-да-да. Это нам не надо. Мне вообще плевать на рекламу, если честно. Так, идет загрузочка. Подождем немного. Коснитесь, чтобы играть. И вот у меня сразу же вопрос. Где та самая легендарная тема? Так, ну секундочку, давайте звук погромче сделаем. Чтобы было лучше слышно. Вот так. Вот. Короче, изменилась главная тема, и это я считаю минус. Потому что... Ну, это уже не то. Так, да, использовать доску. Фишки абсолютно остались те же, но тут графика уже измененная. Действительно. Текстуры как-то... Как по мне, текстуры стали похожи. О, вот те самые бонусные буквы, про которые я говорил. Вот так. Нет, давайте тише наоборот сделаем. Да, зря. Я это, походу, сейчас сделал, но тем не менее. О, помню эту заставку, да. Помню. Забрать награду. Короче, в этой новой, в этих новых версиях столько всего. А, вот те самые ключи, про которые я говорил. Мы получили две штуки. За эти ключи можно... Опа. Да, есть обычный загадочный ящик, есть супер загадочный ящик. В супер загадочном ящике уже более дорогие предметы. Например, ключи выпадают. Опа. Ну, ключ в очень редком случае может выпасть и в обычном ящике. Так, ну, нам предлагают за монетки. О, монеток мы... Смотрите, откуда у нас 10 тысяч монеток? Ну, короче, давайте снова сыграем. Да, инспектор выглядит... уже другой скин у него какой-то. Скин, я еще раз напомню, одежка у него менялась с праздничными обновлениями. И здесь она изменилась вместе со всей графикой. И тема главная. О, еще один бонус, про который я забыл. Разумеется, попрыгунчик. Ну, не совсем попрыгунчик, это такая... Поднимает нас вверх. Так, снова джетпак. Где эта самая легендарная тема? Вот серьезно, зачем? Ну нафига они поменяли тему, а? Эта новая тема уже так не цепляет. Да, вот в такую версию я не играл до этого никогда. О, ну, фары, что вот у поездов светится, это прикольно, конечно. Но то, что графика измененная, это, блин. Не очень-то меня радует. Так, давайте посмотрим, что есть в по меню. Да плевать мне на ваше Мумбай или что там еще, блин. Давайте посмотрим, что в магазине. Да, где-то на русском, где-то на английском, кстати, я смотрю тут. Это тоже... Так, это персонажи. Просмотр. Серфер. Таинственная суперкоробка. А это просто таинственная коробка. Хорошо. Я примерно так и предполагал. Таинственная суперкоробка. Собираем буквы и получим... Да, они еще и текстурки тоже изменились. Ладно, короче, давайте попробуем еще поиграть, монеток пособирать. Что тут по усилениям? А, ну мы уже вроде посмотрели. Ми. Это замена скина. Так, эти покупать надо. Для некоторых надо зарегаться в Фейсбуке, что у нас уже не выйдет. Фейсбук заблокирован в России. Но я не вижу персонажа, за которого мы играем в данный момент.
Пока что он доступен нам только один этот джип. А, это в подарок. Вот, я помню этот скин. Я помню этот темный скин. Еще в древних версиях он появился. Короче, это прикольно. Доска это просто, по-моему, внешний вид. Ну или, может быть, еще скорость прибавляет. О, давайте откроем коробку. Что у нас в этой коробке? Баллончик с краской. А, давайте снова сыграем, чтобы пособирать монетки. А это что? А, это что? А, это можно использовать бонусы. Блин, что это за бонус такой? Я раньше не видел таких в игре. В этой. Мелодия, кстати, та же, по сути, осталась, но новая аранжировка написана. Она хуже, чем та тема, что мы... Что это за бонус там был? Нифига не понял. Так, еще одна буква. Алле. Персонажи, за которых мы играем, они, в принципе, ничем не отличаются, кроме внешности и все. Так, что у нас тут за бонус? А, это буква еще одна. Ну ладно, последняя буква у нас где? Ой, что-то подлагивает оно. Ладно, давайте еще последний разок. Надеюсь, что соберем букву последнюю. Вот эта штука что дает, я немного недопонял. Ой. Еще один разок и будем прощаться. Неплохо сыграли в эту игру мы. Посмотрели на ее прелести, так сказать. Вспомнили. О, вот это вот что за бонус? А, это тоже собрать... Это тоже собрать несколько штук надо. Чего вот за них будет, я не знаю. Так, в мои времена такой штуки не было. О, последнюю букву давайте даже не будем подбирать. Этот попрыгунчик. Но загадочный ящик иногда можно просто встретить на уровне. Редко попадается, но можно встретить. Вот так, чтобы их всех сбило, короче. Что у нас в таинственной коробке? Усилители счета. Опять усилители счета. От них толку почти нет. А это у нас мешок с монетами. 1000. 1000 это не так много, конечно. Но тем не менее. Ладно, короче, посмотрели мы с вами на эту легендарную игру. Отличили старую версию, самую первую версию от самой последней. Отпраздновали ее десятилетие, так сказать. На сегодня все. С вас лайкос, подписался, с меня эпичный видос. Я надеюсь, вы получили немного ностальгии от этого видео. Подписывайтесь на мой стримский канал. Кстати, завтра там будет стрим. И, кстати, он будет с вебкой. Как я получил вебку, я расскажу на стриме. Ну и все. Всем пока.